Всем привет, с вами Нин, и сегодня я покажу, как получить яйца бесплатно. Давайте сперва я вам покажу, как получить бесплатные вот эти штуки. Телефончик сначала. Вот этот. Вот так. Еще покажу, как получить еще вести. Так. Заходим в шляпки. Ищем такой вот, у вас появится, но у вас оно всегда появляется. Вот так. Еще очень много. Ну, я его покажу. Если вы еще не знаете, здесь конец. Вот. Тут появится телефончик, который как вот у меня. Так. Сегодня я покажу, как получить шляпы и яйца. Так, сперва покажу танчик. Вот, это его легко получить. Но у вас так будет. Я не знаю. Так, второе яйцо вот такое. Вот. Вам объясню. Так, третье яйцо. Вот. И четвертое яйцо, вот. Так, я сегодня покажу вам, как получить эти яйца. Ох, так, сперва заходим сюда. Вот так, сейчас скажу вам. Вы заходите там в портал. Потом вы заходите, там надо 100 яиц взять. Подходите к роликам, отдаёте, идёте к боссу, и его играете, идёте к ролику, у вас ключик. Сейчас покажу, какой потом кролик. Вот это портал. Ой, какой. У кого получилось забрать яйцо, тот написать в коммент плюсик. Если вы получили. Все, идете к ролику. Вон там. Вот. И стоите на кружочек этот. Вот. И говорит. Он говорит, соберите 100 яиц. Ну, я вот это собираю. Вот собираете. Так, дальше. Подали яички. Дали. Сюда. И уходите. Так. Паркурите. Сейчас покажу. Вот эти паркур. Прыгайте. Просто вот так вот. Идите. Ну, я уже полетела, я покажу, как вам попрыгать. Следующее яйцо сейчас покажу. У вас там появится ключик, ну, сейчас расскажу. И идите к ролику, отдаете, и там го, и все, вы получаете яйцо. Следующее яйцо. Вы просто вот этот сервер заходите, и вам выходит совы, и вы выходите. Все, у вас это яичко. Вот. Все. Так. Учились. Мы уже учили, все. Мы выходим. Танчик вот этот включаем. Следующий. Так. Ищем. Вот сюда вот заходите. Сейчас посмотрим. Сюда.
Заходите. Значит, подбираете. Подойдите на мобильный телефон и получайте звуки. У меня не получается. Одну фоне там говорите, одну говорите. Так. Это не лучше не держит, когда пустой раздел. Ну и все. И всем пока, всем лайки на ролик. Всем пока.